Ну, остается у нас последний, получается, вот этот вот. Да! И он улетает! Вау! За пределы карты! Он умрет, нет? Ребята, он погиб? Он погиб, это невероятно. Тут кто-то есть, ребята! Тут кто-то есть! Я бегу обратно! Боже ты мой! Вон, какой-то чувак бежит сюда! Охренеть, ребята! Там вентиляция кто-то есть! Да, ребят, точно, прикинь! Обалдеть! Кто это такой? У него глаза на пятке! О боже ж ты мой, ребята, кто это был? Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в Paint the Town Race, смотреть новый интересный прикольный уровень, и сегодня у нас будет воздушный бой, сегодня будет называться у нас уровень Heights, как-то так, и сегодня мы, ребята, будем биться на воздушных крутых площадках, ребята, сегодня будет просто мега трэш, а также мы посмотрим сегодня в конце еще бонусный уровень, в правом верхнем углу вы можете проголосовать, который вам больше всего уровень понравится, а также вы можете прямо сейчас поставить лайкос, поддержать Paint the Town Race, поддержать авторов, которые для нас стараются делать новые прикольные уровни. Ну что ж, давайте, ребята, будем начинать потихонечку. И я нахожусь в таком вот интересном каком-то торговом центре, я даже, ребят, не знаю, это какая-то интересная база, вроде бы не торговый центр, вроде бы какая-то база, ребята, очень сложно разобраться в начале, да, но мы сейчас попробуем, ребята, прикинуть, где мы вообще находимся и, соответственно, попробуем здесь выжить. Пока все вроде бы спокойно, я вижу много охраны, все вроде бы нормально себя ведут, я вижу тут люди со щитами, даже охранники потихонечку, видите, вот такими вот маленькими шажочками передвигаются аккуратненько, кто-то стоит... курит, кто-то стоит, немножко расслабляется, отдыхает. Но все нормально, ребята, мы пришли, и, соответственно, сейчас, наверное, будет трэш. Так, кто-то... Опа, это кто у нас такой? Опа, ребята, так, это что за скинчик? Подожди, что за знакомое, ребят, напишите в комментариях, кто это такой? Кто это такой? Мне прямо очень знакомый этот скин. Честно говоря, прям сразу же даже не припомнишь. А, тут у нас кто-то просто танцует, ребята, развлекается. Видите, да, как красавчик, да? Молодца, молодца. Так, мы можем забраться наверх. Нужно посмотреть, что у нас там наверху. Боже ты мой, сколько здесь этажей? Раз, два... Два, так, наверное, три, четыре, даже может быть и пять этажей. Уровень очень интересный, необычный. А я люблю, ребята, необычные уровни смотреть. И давайте, ребята, попробуем сейчас забежать на какой-нибудь танцпол. Я тут вижу, оба, ёлки-палки, да здесь инопланетяне, посмотрите, четырехглазые стоят. Здесь, по-моему, это какая-то, наверное, база, на которой у нас, ребята, не только люди здесь находятся. Это что-то похоже на, скажем, такую базу, как люди в черном, ребята. Что-то мне это дело напоминает. Кстати, внизу вентилятор огромнейший. О, ребята, если будем биться, то нужно будет народ сюда, наверное, скидывать, скорее всего. Потому что сразу же будет мяско, ребята, сразу же будет мяско. Я, наверное, если начну биться, сразу же, наверное, сюда пойдем. Да, самое, наверное, пока прикольное место. А также здесь много щитов, но которые нельзя брать. Так, я постараюсь ни на кого не сагриться. Терминатор, ребят, с наушниками бегает. Окей, окей, он что-то охраняет. Тут у нас огненные какие-то есть вещи. Огненные моменты. Так, давай сюда пробежим. Терминатор вроде бы убежал, он вообще куда пошел-то? Так, а если я не спрыгну? Здесь, кстати, можно сорваться, и все, ребята, и все. Вот как-то так, ребята, да. Потому что там пропасть, и ты можешь упасть, и все дела. Здесь тоже, значит, народ бегает, посмотрите. По-моему, началась битва, да? Опа, опа, я ничего не делал, ребята, я ничего не делал. Блин, что за бойня, елки-палки. Я, наверное, зашел на какую-то запрещенную территорию. Но вроде бы я ничего, ребят, не нарушал. Но придется все равно выживать здесь. И попробуем, ребята, здесь выжить. Я бегу к вентилятору, как мы договорились. Что, собственно, наверное, я туда. И мы попробуем оттуда как-нибудь воевать именно с этим делом. Я думаю, будет очень интересно. Где же этот вентилятор? Здесь, кстати, шипы есть разные. Блин, а где вентилятор? Я забыл. Уровень реально очень большой, потому что мне сложно сейчас ориентироваться. Кто-то падает. Прямо, смотрите, с крыши сыпятся люди. Воу-воу-воу-воу-воу, спокуха, спокуха. Так, вентилятор где-то был здесь, наверное. Так, бежим сюда. Нунчаки возьмем. Так. А где же он был-то, елки-палки? Я помню, он здесь был. Серьезно. Серьезно, чувак, ты куда полетел? Ты вентилятор не видел случайно, а? Так, никто не видел, никто не знает, никто ничего не говорит. Так, бежим. Ух ты, тут у нас охрана, посмотрите, терминатор с наушниками побежал, с музончиком. О, здесь, с этой комнаты мы начинали. Так, идем вот сюда, проходим вот так вот, заходим вот сюда куда-нибудь. Опа, мне чуть-чуть было не досталось. Кстати, здесь огнестрельное оружие, я, кстати, не видел. Ребята, где огнестрелочка, можно быть, здесь взять?
Давай. О, тут у нас какие-то интересные лабиринты. Так, вот в этой комнате, смотрите, там зарешочено. Реально очень много разных комнат. Прям вообще, ребята, топчик. Смотри. Бум! Бум! Вот так вот, да, все готово. Готово. Серьезно, я не знаю, ребят, где вентилятор. Мы, по ходу дела, может быть, когда-нибудь его найдем. Вот же он, я его нашел, он серьезно. Он серьезно от меня спрятался, друзья. Он просто от меня спрятался. А ну-ка, если вот как-нибудь... Блин, давай сюда, сюда подбегайте. Я сайрил немножко людей, надеюсь, они пойдут именно сюда. А если мы как-нибудь вот попробуем вентилятор поскидывать, это будет самое, наверное, угарное. Так, Pain's Thunder. Так, да, немножко не хватило, блин, чувак. Охранник. Улетает он. Ё-моё, нифига себе, его просто, ребята, разметелило. Просто разметелило, серьезно. Воу, троечка подлетели. Посмотрите, подходят немножко сюда люди. И, соответственно, можно как-нибудь вот так, наверное, сделать, да. Так, откат на пинок у меня проходит, у меня проходит. Ну-ка, родной, бам, он все равно умер. Погоди, у него был нож, по-моему, да, кинжал. А, вентилятор еще отключается на какое-то время. Кстати, можно даже, наверное, вот сюда встать. Это вообще будет... Это будет прикольно, я не думаю, что они не будут прыгать сюда, не, навряд ли, наверное. Может быть, здесь как-то он включается время от времени. Но я как бы пришел, нашел его на звук, чисто ориентировался, он вот такой вот. Эй, тихо. Тихо, 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 родные. Родные, ну-ка. Еще один, смотрите, у нас он упал прямо на центр. Как он оттуда долетел, как он оттуда будет спрыгивать. Посмотрите, вообще, прикол, блин, он спрыгнул туда. Еще минус, ребята, просто офигенно. Просто, ребята, топчик. Просто, просто лютейшая жесть. Сегодня у нас Pain's Thunder творится. Я предлагаю с вентилятора можно попрыгать, наверное, вот отсюда. Вот, например, позбивать их вон сюда. Здесь, кстати, есть топор. Я хочу нагреть как можно больше народу. Давайте немножко нагрем. Тут у нас еще готов. Почему-то все у нас разбежались по разным каким-то уголкам и бьются между собой. Не, кстати, уровень очень угарный, очень прикольный, интересный. Так, ну кто, подходит к нам сюда или нет? То у нас будет устраивать трэш на вентиляторе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, вот это, ребят, босс, по-моему, пришел какой-то прям вообще лютый, лютый товарищ. Нам что-то не особо повезло, мы его, наверное, не скинем. Придется его, наверное, так мочить, скорее всего. Либо, либо что-то, ребята, с ним нужно будет такое прямо офигеть творить. Прям, я даже не знаю, ребят, как его заметили-то, этого мерзаться. Так, ну вроде бы мы его, по-моему, грохнули. У меня такое ощущение. Так, вентилятор не работает пока. Подождите, подождите, вентилятор отключился. Все, заработал. Все, заработал, нормально, нормально, нормально. Так, прекрасно. Ну-ка, полетел. Йезу! Вау, ребята, вот это трэш. Просто офигеть. Просто, ребята, это было четко. Это было очень круто. И еще один у нас чувак падает. Оу, воу-воу-воу. Это было... очень эпично, с коробками цепляется и падает тоже вниз, но ему, по-моему, немножко повезло. Меня кто-то скидывает, прям, посмотри, вот это было, конечно, очень, ребята, опасно. Меня кто-то со спины пытался тоже грохнуть, столкнуть, потому что Pain's Thunder, ребята, мы же все же знаем, потому что игрушка очень, как бы, такая лютая, скажем, сложная, хардкорная, и поэтому здесь приходится прям вот реально выживать, вот просто выживать, вот... Так, у нас, по-моему, здесь инопланетянин один есть. Он пытается тоже когда-то убежать, ребята. Здесь разные нации собрались и, соответственно, бьются между собой. Но мы, в принципе, пока еще держимся. Мы держимся, но мы еще живы. Это уже, в принципе, хорошо. Я нашел, ребят, дробаш. Здесь два патрона. Это, кстати, очень круто, потому что можно выстрелить по толпе и слить, в принципе, очень много народу. Я вот думаю, по боссу вот так вот мочкануть. И вот по этому товарищу, потому что... Эти вот ребятки очень-очень крутые. А босс, по-моему, даже этого вообще не заметил. Посмотрите, у него полтела нету. Но он, в принципе, продолжает дальше как-то, в общем-то, сражаться. Ему вообще, по-моему, по барабану. Так, еще делаем киллы. Ему вообще, как бы, пофиг абсолютно, ребята, абсолютно. Он, как бы, нормально себя ощущает. Так, еще есть смайт у меня есть. Замечательно, ребята, у меня есть смайт. Великолепно. Ты с нунчаками пришел, это же мое любимое оружие. Нунчаки, это прям вообще, ребята, это шикарнейшее оружие в Pain's Thunder. Нунчаки. Невероятно, ребята. Сейчас мы их возьмем скоро. Так, а тут у нас что? У меня есть смайт, ребята, и смайтом можно воспользоваться. Но я думаю, что, наверное, лучше использовать... Ну, смайт это понятно, это молнии, это круто. Я хочу что-нибудь эффектное, например, вот что-то вот в этом бы духе, например. Вот как-то вот так вот, да, разлетается у нас народ. И, смотрите, в стены кто-то влепился. Ё-моё, вот это, ребята, было шикарно, шикарно, серьезно. Это было потрясающе. Вот это было прям вообще, ребят...
очень эффектные вот такие вот шок-вейвы. Вот, например, вот, вот так вот. Смотри, какой он сальто сделал, слушайте. Пенс Дан Ред, первый раз такое вижу. Какую сальтоху он замутил. Это просто великолепно, ребята. А, вот этот щитовик, ребят. Щитовика нужно уничтожить. Я думаю, что щитовик это самый опасный Пенс Дан Ред, который может быть здесь. Охранник, когда со щитом идет, его просто не перебить, не перешибить. У меня есть здесь замечательная... Так, вау! Двойное сальто. И тут за мной босс охотится. Осторожно, осторожно. Так, у нас щитовик. Щитовик есть? Или нет? Так, босс, стой. Боксер, блин. Боксер это сложно тоже. Так, щитовика минус. Сломали моему щит, это здорово. Есть, босса слили. Вау, ребята, шикарно. Ну-ка давайте вот этих ребятишек вот так вот запустим в космос немножко. Они реально улетают, улетают. Так, где моя трость? Трость вообще шикарная. Посмотрите, на меня еще согрелся какой-то инопланетянин. Ужаснейший. Краб. Так. Отходим, отходим, отходим. Так, что это у нас такое? Я тут думал, что я нашел что-то прям реально прикольное. Я думал, там дробаш или что-нибудь в этом духе. Я жду от Pain the Town Redwich нового оружия, ребята. Кто ждет нового оружия, ставьте лайк. Например, дробаши там, может быть, какие-то новые. Или может быть, автомат это, скажем, грунтомет, ребят, хотелось бы увидеть. Давайте попробуем берсерка. И вот так вот, бам. Блин, мерзает, а по мне попал, а? Берсерк здесь вообще, ребят, хорош. Хорош. Главное сейчас боссов всех слить. Самых топовых, самых таких толстокожих. Ребятюни вообще были, ребята, просто офигенно, ребята. Красиво мы всех слили. Так, четко забираем у нас копье и бежим дальше. У нас, в принципе, остается народу-то немного. Вот еще здесь у нас скопилось еще куча народу. И посмотрите, какой он россыпью падает. Здесь просто офигенно, ребята. Видите, вот эти вот самые падения. А здесь вот куча народу тоже столпилась. Я думаю, туда нужно будет забежать с шоквейвом. Нужно шоквейв накопить и потом туда залететь, ребята. Это будет очень круто. Это будет очень круто. Так, где-нибудь что-нибудь у нас валяется еще. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь оружие. Плиз, плиз, плиз. Оружия здесь, в принципе, не так-то и много. Оно как бы есть, но не сказать, что его слишком много здесь. Так, мясом. Мясом будем сейчас биться. Вот, вот здесь вот очень крутая толпа. Я хочу их оттуда выбить, но для этого вам нужно будет найти что-нибудь достойное. И сейчас попробуем вышибить их оттуда, снизу прям. Как нужно, наверное, перепрыгнуть. Вот думаю, снизу будет очень круто. Да! Вау! Обалденно, обалденно, ребята, обалденно. Так, отходим, отходим. Теперь нужно найти какое-нибудь оружие. В принципе, остается не так-то уже много человек. Ну, вот это, кстати... Разноплановость уровня, она очень интересна, потому что тут сам челлендж именно попробуй перепрыгни с ступеньки на ступеньку и не упади в пропасть. На плюс при этом тебе еще нужно будет сражаться. А также здесь, если видите, есть ловушечки, вот, например, шипы, кстати, вентиляторы, вот, к примеру, да, вот, смотрите, вот, шипам, короче, и все, да. Шипы у нас именно вот так вот и работают. Так, блин, почему нельзя, нужно было очень аккуратненько, скажем, выкидывать этот щит, потому что сейчас щит подымут и все. И как бы все, да, со щитом, конечно, они будут намного сильнее. Чтобы у меня бы еще какое-нибудь оружие, мне бы найти наушники, вижу здесь. Есть, красавчик, вообще прям норм. Эй, отдай мне оружие свое. Блин, они улетают, но, к сожалению, иногда забирают с собой и еще и... оружие, вот так вот. Посмотрите, у нас, по-моему, ноги чьи-то здесь болтаются. Кто это такой? У нас пробил стенку. Видите, да? Ноги и руки торчат со стены. Это как бы нездоровая штука. Мне кажется, это не совсем круто. Вот этих вот ребят я могу сейчас, например, шоквейв запустить, а? Можно, можно! Ай, замечательно, вообще прямо, ребята. Ой, потрясающе. Так, вот этого однорукого бандита нужно будет как-то тоже угомонить. Но как... Так, мы ему шляпу сбили, очки сбили. Есть у нас второй удар с топора, и он, в принципе, падает. 9 человек, ребят, у нас остается. Всего лишь 9 человек. Невероятное наше сражение, ребята, подходит к завершению. Посмотрим, кто у нас останется в финале, с кем будем биться в финалочке. Кто самый живучий остается у нас, и потом будет бонусный уровень. Бонусный уровень, ребят, не забываем, кстати, ставить лайки. Если ждете Pain the Town Red, это новые интересные, прикольные уровни. Поддерживайте, ребята, лайкосами, потому что лайки прям реально помогают и мне, и авторам. Ох ты, какой злющий товарищ пришел. Так, у нас есть что-нибудь?
достойно. Здесь вот какой-то у нас тесак валяется, не могу подобрать. А бейсбольная бита у нас, да, оказывается? Так, я понял. Я понял вас, так. Может быть, вас отвезти нужно будет. Сколько у нас осталось? Совсем мало людей. Может быть, мы пройдем сейчас на вентилятор. А вот этот вот товарищ, он считается вообще, нет? Мне кажется, он живой, ребята. Мне кажется, он живой, и он засчитывается как за живого. Если мы сейчас поднимемся наверх, нам вообще-то вон туда нужно. Блин, как же нам туда пробраться-то? Они за мной побегут, найдут меня или нет, а? Давайте посмотрим. Так, нужно куда-то вот сюда наверх запрыгнуть, да? Вот сюда, наверное, наверх залазим. И я надеюсь, что сюда кто-нибудь придет. Вот сюда, ребят, я хочу вот именно вот сюда. Потому что здесь будет очень эффектно сразиться с самыми сильными бойцами. Они, в принципе, бегут в мою сторону. Но они остановились возле того типа. Они смотрят, как так он замурован в стену. Что происходит, ребята? Чувака замуровало в стену. Как он там оказался, я не знаю. Ну, придется его там добивать, если он окажется еще при этом живой. И я вижу, что у нас бойцы самые лютые поднимаются сюда. Ну что ж, ребятки, ну что ж. Ну давайте, 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 давайте. Почему-то у нас только один. Этот у нас застрял, товарищ. Этот у нас застрял. Так, все, он прошел или не прошел. Че с тобой, дружище? Давай, блин, он улетает. Но остается у нас последний, получается. Вот этот вот. Да, и он улетает, вау, за пределы карты. Он умрет, нет? Ребят, он погиб? Он погиб, это невероятно, ребят, это просто невероятно сейчас было. И мы прямо заканчиваем этот уровень, потому что просто офигеннейший, ребята, уровень. 81 здесь человек был, мы всех затащили. Поддерживаем лайками, а мы идем смотреть бонусный левел. Уровень называется Hates, мы только что его смотрели, автор Meteorific, а следующий у нас уровень называется Yoda Eats Gamburger While Parents Fight. Это у нас уровень, собственно, про Йоду, я не знаю, про какого именно Йоду идет речь, но Йода, который ест гамбургер, пока родители дерутся, короче, вот так называется левел, очень... интересно, я не знаю, почему его зовут Йода, может быть, это отсылка к Звездным Войнам или нет. Так, мы находимся в какой-то комнате, ребята. Мы находимся в какой-то комнате. Так, и здесь какая-то решетка. Решетка, спортзальчик небольшой у него такой, вот так. Так, ладно, выходим отсюда. Это у нас что, свет погасить, открыть. Эти двери запечатаны. Ё-моё. Так, это кто у нас? Мамаша, что ли? Подожди, или нет? Может быть, это его не, может быть, не родители, а, скорее всего, надзиратели какие-то, которые его держат в камере. Скорее всего, ребята, да. Дамочка и мужичок, короче, они пытаются как-то удержать его в этой вот закрытой хате. Но, видите, здесь даже каминчики есть, вот так вот, да, они какие-то, может быть, маньяки, они его схватили. Так, у меня есть кинжал, у меня есть кинжал. Давайте попробуем сейчас хотя бы с кинжалом отстоять. Ребят, этот, кстати... Так, минусы есть. Смотри, какой он здоровый-то, а, вообще. Да, даже его нож не берет, вообще ничего. Просто ничего не берет его. Ну-ка, табуретка хотя бы. Может, табуретка? Табуретка от него разлетается. Ему вообще по барабану, просто по барабану. Это может быть терминатор, а он на человека уже, в принципе, не похож. Потому что я все табуретки дома об него сломал. Возьму сковородку с кипятком, короче, ему... О, немножко ему как бы немножко поплохел, но все равно сковородка об него разлетается, ребята, и ничего не происходит. Это очень странно. А, тут еще у нас есть... Здесь целый набор сковородок, мужик, тебе реально не повезло. Тебе просто не повезло, потому что, ну, я не знаю, выдержишь ли ты 5 сковородок и 4 табуретки, да плюс еще нож об него мы сломали. Он пошел в холодильник, он что-то хотел... Ребята, может быть, что-то хотел достать из холодильника. Я не понял, что там было в холодильнике. Может быть, он хотел попить. Может быть, ребята, может быть, так. Это у нас свет включается, выключается. Мы, в принципе, уже можем отсюда уже убегать. Но, походу, здесь еще не все, потому что... А здесь еще где-то 2 человека. Написано было, что еще 2 живых где-то есть. Я даже, ребят, не знаю, что мне делать. Может быть, вот тут у нас... Смотрите, эта решетка, в принципе, разбирается. Так, зайдем вот сюда и попробуем найти. Так, здесь ни черта вообще не видно. Ребят, ничего не видно. Абсолютно. Я иду, короче, спиной. Все очень тихо. Я вижу небольшой в коридоре. Тут кто-то есть, ребята! Тут кто-то есть! Я бегу обратно. Боже ты мой. Вон какой-то чувак бежит сюда. Охренеть, ребята! Там вентиляция кто-то есть.
Да, ребят, точно, прикинь! Обалдеть! Кто это такой? У него глаза на пятке. О, боже ж ты мой, ребята, кто это был? Мы много отбили, все. Минус. Погоди, там еще кто-то есть. Видимо, ребята, есть, да. Я иду еще. Так, я вроде дошел. Я что-то вижу. Там еще, ребят, кто-то выходит. Ну, очень темно, ничего не видно. И мне, я не знаю, ребят, кто-нибудь это разглядел, нет? Ну там еще один чувак бежит, там какой-то, короче, в канализации или, я не знаю, это вентиляции, короче, живут какие-то мутанты. Они, в принципе, не знаю, как здесь оказались, ребята, немножко даже напоминает уровень немного хоррор такой, да. И второй где-то чел должен быть выйти сейчас где-то здесь. Скорее всего, он где-то здесь. Вон он выходит, прикинь, мерзавец. Так, бам, короче, он выпадывает вообще сюда. Ребята, посмотрите, кто это, напишите мне в комментариях, кто это может быть. Прямо сейчас в комментариях напишите мне, потому что я знаю, кто это такой. Но я хочу, чтобы вы написали в комментах, кто это может быть. Кто вы наверняка вы узнали, кто это. По лицу, так скажем, да. Я не знал, что он живет у нас в вентиляции. Смотрю, какой жесткий. Он пытается выпасть отсюда, но все-таки никак не может выпасть. Боже ж ты мой! Это дружбан одного у нас известного Боба. Так, блин, он вообще, он как-то это... Он живучий, смотри, что он делает. Он, ребята, охотится, он что за... Он, что, каннибал, что ли? Кто он такой? Почему он находится? Бам, есть, короче, все, мы слили. Ребят, фу, что это за уровень? Очень странный и интересный. Я сейчас попробую зайти туда дальше. Пройти туда дальше. Вроде бы никого нету, мы в принципе идем опять же спиной, потому что мне не видно. Я хотя бы ориентируюсь на небольшой свет в конце туннеля. Так, проходим вот сюда. Проходим вот сюда, ребята. И я оказываюсь в какой-то комнате. Какая-то здесь есть комната. Она немножко освечена чуть-чуть, но здесь получается, помните, вот эта вот дверь. Вот она. Вот она, дверь, откуда я выхожу. Вот этот вот выключатель. Мы сейчас попробуем обратно туда вернуться. Если мне получится, конечно же, найти проход туда как-то. Не знаю, получится мне туда залезть или... Тут еще какой-то... О, ребята, там еще что-то есть. Так, не понял я. Что за прикол? Так, ну-ка. Какие-то двери, короче. Там что-то есть. Что за, ребят, приколюха? Так. Ну это вообще интересный уровень, ребят. Так, открываем. Так, там какой-то туннель был, и что за дверь это вообще, ребята, что творится? Короче, там что-то еще есть. Прыгаем еще раз прыгаем. Так, я не знаю, там ничего не видно, к сожалению, мне непонятно, как в эти двери можно залезть. Может, прямо так пропрыгать нужно туда? Тут есть самурайский меч, и дальше куда идти, я не понимаю, ребята. Просто не понимаю. Это все, видимо, да? Может быть, обратно нужно запрыгивать? Может быть, нужно как-то обратно запрыгнуть? Но обратно отсюда не выпрыгнуть уже? Или можно все же? А как туда пройти, я, ребят, не знаю. Тут просто какая-то загадка. Либо уровень недостроен, либо что-то здесь есть странное. Прямо 100%. Я этого типа не убил. Ну, короче, взял самурайский меч. И видите, да, мы, короче, двери здесь и открываем. Мы оказываемся вон там. Обратно здесь просто ни черта не видно. Я выхожу вот как раз, ребята, в то самое место, видите, да, где я вот вышел. Вот прямо из этой комнаты выходим вот сюда. Очень интересный уровень, кстати, забавный. Но я взял уже самурайский меч, видите, да, самурайским мечом уже, конечно же, изи. Тут уже сразу же мы, конечно же... Смотри, вот это здоровый чувак, даже самурайский меч его что-то вообще не берет. Что за вообще бред вообще? Нифига он, короче, лютый монстр. Лютый босс, короче, вообще капец просто. Вот так вот, друзья, мы прошли этот уровень. Ну, в общем-то, там еще какой-то секрет, но там я не знаю, как пропрыгать. Вы напишите мне в комментариях внизу. Ну, а с вами был Родригес. Если вам понравилось, обязательно голосуйте в правом верхнем углу. Выберите уровень, который вам больше всего понравился. Летающий уровень или уровень с такой вот интересной загадкой. С небольшим хоррором. Также пишите интересные комменты. Подписывайтесь на канал. С вами был Родригес. Всем счастливо, хорошего, ребят, настроения. И всем пока-пока.